Афонтово представляет 100 историй про удачу. Я живу все-таки в России, и для меня даже небольшие моменты, связанные с жизнедеятельностью, обеспечением учебного процесса, это где-то даже есть удача. Купить хороший современный автомобиль – это уже удача своеобразная, потому что с той ценой, еще раз повторяю, которую мы сейчас имеем, это большая удача. Когда я работал в радиоэфире, да, и мы стали лучшей радиокачественной радиопрограммой страны, да, это было неожиданно, поскольку мы такого результата не предполагали и, в принципе, не планировали, да, то есть мы просто делали свое дело. Вот это может быть такая вот удача, которая неожиданна. Считаю удачей то, что как бы мне посчастливилось с аквалангом опуститься на дно Байкала. Вот это как бы, да, это не каждому дано, наверное. Вот это удача моя. Делитесь историями своих удач на телеканале Афонтово Новости.